Одинцовские депутаты посетили выставку «Ленинградский значок», которая открылась на базе Барвихинской средней школы. В рамках реализации проектов «Историческая память» и «Старший брат» партийцы ознакомились с экспозицией и пообщались с организаторами выставки. При подготовке экспозиции была проделана серьезная, кропотливая работа. Андрей Ткачук и его соратники собрали порядка 500 значков, посвященных блокаде. В открытии выставки также принял участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов. Он подчеркнул, что такие инициативы имеют важное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения.